Что? Всем привет, оконный мастер, меня зовут Громов Александр. Сегодня у нас идут работы по замене стеклопакетов. Здесь мы заменили уже 10 стеклопакетов, у нас один остался стеклопакет. Сейчас покажу, они в основном были треснуты из-за того, что у них был термошок. Ну вот они, вот один единственный прострелили. Раз, два, пулевое. Вот это все сейчас на свалку поедет. Приедет машина специально. Вот все загрузим. И вот у нас, ну вот это тоже мы заменили сегодня. Вот у нас один единственный пакетик остался здесь стоять. Производство город Чебоксары. Так, все, они выставились. И мы сейчас полезем наверх на второй этаж с Мишкой. Не знаю, хватит ли у меня камеры. Говно. Нахол, в квартире нормально, а на улице они быстро сдыхают. А давай. Я снизу? Давай. Где ты? Где? Где? Вот тут, а, по низу. Ламу. Я не вижу. Так. Тоже первая стрела пошла от термошока вот этот. Да. И от нее остальные. Хорошо, заколочено. Кстати, очень хороший у нас вышкосъемник, по факту. Мишка лайфхаком не пользуется. Да, да, да. Чего? Давай, ты сними меня, все, пошел делать. Ты как снял, с амеской? Да. На, вот сюда рисковочку надо положить, стой. Вот сюда. Люди. Вон сколько крутится. Не знаю, что там снимает, но он должен снимать. Так, это снизу. Нижняя. Он запомнить, да? Нет, надо увеличивать его. Снизу тоже здесь падение. Не, не, не. Да блин, тут уже все. Да, нет, так не вот не ломай, надо. Да? Все, да. Не, надо это просто. Нет. Ой, стой, не, не, тут. Да блядь. А, она не залезет, да давай. Вот, блядь, че тут? Че тут? Вот. Все, я так сказал, все. Ага. Все, не, не ломай. Да, да. А вверх? Так, убирай это. А, все. Давай здесь пока выкрутим. Все, что можно. Ой. Да? Давай наверх. Где? Где? Давай. Не, надо горизонталку снимать. Горизонталку надо снять. Не знаю, не знаю. Ну а что так? Все, я зацепил. Миш, ну зацепил. Тут здесь только песка. Песка с трубкой. Все. Идет одно, снимать она в зажатых. А
Ставь ее так, по Sony, вообще не снимай. И как? Что ты делаешь? Ты закручиваешь? Зачем? А как он держаться? Ну все, не будет он держаться. Нам надо снимать вертикальную в любом случае. Зачем? А как? Мы ее так же оттопырим. Да? А как ты будешь нарезать? Ну вот здесь нарезы нужны. Ну хотя бы вот эту снять одну. Хотя бы. Снял? Это он будет снимать без меня? Ну давай, да, одну снимем. Вот эту. Эту мы ее оставим тогда. Подлезем. Погоди, она упадет. Мы сейчас вниз переедем. А что, откручивай до конца? И пакет останется этот. Это где мне его взять? Вон за тебя. Да вот, нормально. За аккумуляторами сходите. Как тебе мой дембельский аккумулятор, блядь? Какой-то. Ну, блядь, он весь день работает, ёбаный бро. Ну, блядь, хоть раз можно за год? Ну, да, нет, ну, блядь. А я каждый день весь день работаю. А я ничего, нет, ты просто говоришь, что я не работаю. Я же тебе не говорю, что ты не работал. А ты мне постоянно говоришь, что я не стой. Ты мне постоянно говоришь, что я не работаю. Все. А там кто-то ешь? А, здравствуйте. Там кто-то говорит? Что-то. Вот он где. Едешь? Да, да. Забирайте. Кидай. Кидай. Не Илюшенька, ну Илюх, ну нет. Ну так, да, спиной. Ну Илюх. Ты что прилетел? Ладно, бить. Ставить на место. Я беру тебя. Где еще один? Всего больше нет. Иди проконтролируй. Пошли. Тоскуны. Что, могу сказать, только надо подписываться в Телеграм, на Бусти. Подписываться, говорю, надо, подписываться. Подписываться. Чёрт, чёрт. Сегодня уже выложу все в Телегу, как мы работали, как мы приехали сюда в 5 утра, как мы начали монтировать с фасада, где улица, где шоссе идет, оживленное, пешеходный переход там. Вот-вот! Да мы не закинем, Сань! Почему не закинем? Подожди. Потому что очень высоко. Что
тяжело. Это вы просто уже обленились в конец. Чем сырой ты ведь? Чё, никак? А как ты ставить будешь его? Пальцами? Так, обрываем. А как ты будешь ставить и ничего не делать для того, чтобы помочь? А чё это? Они все намокли и не отклеиваются. Он намок, он тяжелее стал. Сколько тут капель-то, блядь? И черело. Дневало. Миллиоки? Да я не... Просто я не понимаю, откуда у тебя эти? Ты даже деньги же не брал на них. Да, блядь, на что, как ты купил-то? Я купил. На скверту, на срочку. На Яндекс? Да. А любишку сдал, блядь? Нет, еще. Еще, кстати, не сдал. Сейчас, кстати, даже можно продукт в росочку покупать, знаешь? Заказать в кредит продукты. Вот до чего мы даже должны. Так, ну вот есть у меня. А у тебя есть? Так, сначала. Ой-ой-ой. Он прям глядит. Миллиметр, да. Издевается над нами. Что-то какие-то ямадучи. Да. Массажный матрас. Я ж тут по-моему хвалялся. Да, да, да. Вот они. Дай синие. Держишь? Да. Давай сначала меня тут. Нет. Че? Толкай на меня. Все. Ставил? Молодец. Да. Ставил. Да, все нормально. Я пытаюсь поднять, а опускается наоборот люлька. Понятно, будет так всегда. А ты зачем это хочешь делать? Не знаю. Просто так. Давайте там, или подвинем влево. Давай на тебя. У меня много слишком. Много, давай. Давай назад. Много, назад. Вот. Вот, Сань, вот, длинную возьми, вот эту длинную наклей целиком. Ну целиком-то как я наклею? Я уже приклеил. Нет, она отклеилась. Стекло сырое. Хотя не нормально. Может, хоть времяночку прикрыть? Нет, куда? Оно не упадет. Давай. Так, так. Так вот мы по... Где? Чё ты? Где? Чё, чё? Выше. Чё? А зачем? Ну, чё ты мне дал? По ногам. А чё, мало её? Чё, больше нету? Не, не надо ее тогда клеить. Отклей, вот эту целиком сделай. Чтобы не кусков. А это чего? Это сюда? Больше нет. Они нам даже. Давай. Мы потратили. А? Мы все потратили. Бля, как это пошло? Да, считал тут плохо. Ну то ж лишнего ушло из-за того, что большие вот эти пакеты. 12, 5. Сейчас прижимчиком дожмусь. Пусть
пусть они нам еще сейчас отрежут дымку. Еще надо полтора метра. Еще надо 2 метра ленты. Нет! Метр 20 и 500! Вот так, 2 метра. Давайте быстрее, хорош болтать! Вот печати, кстати. ГОСТ, ГЛАЗ, ГЛАЗКОМ, ГЛАЗ, ГЛАЗКЕР, ГЛАЗИКЕР какой-то. То, что оно каленое, подтверждение. Что это не обман. Она широкая у вас слишком получается, больше 5, она 45 миллиметров должна быть. Что, надо заменять? Как тебе, дед, блядь, в 5 утра, блядь, никто не подписывается. Не, отбой. Какой отбой? А ты зачем это? Ты ладно записывай, ты дурак, зачем выкладываешь? А как это, блядь, все же... Как не вымрать топором? Ну как не вымрать? Я просто... Короче, Мишка предлагает дать нашему работнику премию. А я говорю, что нет. Приехать. Как человек, работодатель, я говорю нет. Как человек, монтажник, конечно, я... Нет. Ну даже как это, ты, блин, в 5 утра вызвал человека, он приехал и весь день херачит. Так он зато закончит в 2 часа. Где? Где? Время сколько? Час. Ну час, вот именно. Нет. У него также 7 часов работы. Даже 6. Кидай! Блин, ну ты куда кидаешь? Ты боком, стань боком. И просто вверх стань. Кинь. Молодец. Широкая она, широкая. А ты как вниз собрался? Надо вниз спуститься. Нет, у меня крыша. Давай закрутимся, а потом я поднимусь. Давай. Нет. А тут ты что не приклеил? Кого? Потом приеду сейчас. Нет, стой! Ага. Отведи. Все, у нас практически работа на сегодня закончена. Как? Прокомментируйте насчет... Как у монтажника? Как у монтажника, да. А когда у нас Александр Андреевич начнет выполнять роль директора, а? Когда? У меня есть замы, у меня есть менеджер, нахера мне это? Нет, только а управление фирмой-то вообще? Когда? Кстати, что ты мне там скинул, какую-то фигню на какие-то окна? Что это такое? Надо по ней перейти надо было по этой ссылке? Да, это группа, вот они обсуждают. В плане, как руководители должны себя вести нормально. Ну, все относительно. Миша обсчитался с бутылкой с 50-й, поэтому мы используем 200-ю бутылку, просто его кусочками нарезаем. По сути то же самое, просто лишники морлы. И мы портим 200-ю бутылку дорогую. Миша обсчитался, можно как бы... И не говорить, да, понятно, что обсчитался. Дай мне ножик. Понятно, потому что, блядь, дядя Саша вообще не... А как ты сюда будешь подсовывать сейчас? Кого? Бутилку. Откручивай. У меня-то вот. Все припасено. Нет, вот эти стеллажи. Вот. Тут я понимаю дело. В тело. Тело в дело. Так, что-то я тут наколотил. Самое главное, на последнем винте ничего не закосячить.
готовы делать. А крыши-то нет. Надо сверху начинать. Откручивай, Соша. Да нахуй я тут прикрутил. Я не знаю, зачем ты спешишь. Давай. Вот, вот. Возьми, Шурик, возьми. Вот все не оставляй здесь. Стой, не стой! Под конец не знаю. Ну что, хватит этого все? Нет. Кто-нибудь вот напишет, вот, типа, херней занимаетесь, режете что-то тут. По-любому напишет какой-нибудь негодяй. Негодяй, не пиши плохие комментарии. Нам это не нравится. Да что, есть там свой негодяй какой-нибудь? По-любому нам какой-нибудь. Сам с собой разговариваешь? С кем разговаривать и знает. Все, блядь! Свои эти, что ли? Родители, да, почитатели. Которые все обосрать, диваны... Критик? Да, типа тебя, блядь. А я-то, нет, да ты тоже диванный критик. Я, сфигарит я диванный тут. Кто ты? Вообще, я работаю. Ну, сегодня только, больше я тебя не видел на работе. Ну, вы знаете, вот после этих слов, короче, я больше не буду. Больше эти слов, короче, сидишь, хорош. Чё, куда едем? Никуда, давай поставим. Дай себе бутылки. Шепши бутылки. Нет, я не оденешь, я тебе говорил. Ты давай сюда, не оденешь, сука. Чуть ниже. О, одел. Такой, кстати, киянкой колотишь, у нее следов не остается. От... На крышке она давай легкая, крышку. Она легкая. Следов не остается, вмятин точнее. На ты приехал по Ушестовой. Давай. Да нет, он не стратил. Ну как не стратил? Ну как, нет. 8-12. Сколько? С 5? Ну, с 5-то. 5. Это час как раз. 6 мы начали. Не, ну еще час никак. Ушестова. Это еще полчаса. Вот если мы через 5 минут спустимся. Все, да? Мы через 5 минут спустимся. Нет. Прям выпрыгивай. Давай. Еще один. Давай. Ребята, вы здесь. Притам был меньше. Ну, да ты с пирогами своим. С кофеем. Нет. Хватит. Блин, у нас пакет. Что, вы там? Где все саморезы? Блин, ты что? Жесть, ты чувак. Давай. Что, мы снимаем? Мы сейчас долбанем цену, вот это там все едет. А это последний самолет тоже? Не, вот, да. Все, больше нет? Все, мы устали! Нет, нельзя! Давай быстрее, сунь. Ну, что за говно тут? Все! Успеваем! Художник был. Сам бы я видел. Ты знаешь, я согласен. Нет. Ты в полете как-то не сможешь, нет? Да. Не надо швыряться, там люди вообще-то. Так, мое. Что мое, то мое. Че, мы успели? Вот, здорово.
Да-да, блин. Я слишком много лишних действий. Да, я тут повелся. Сань, там люди сидят. Все, там люди сидят. Ну, блядь, я их не вижу, их как будто бы нет. Так, все, мы закончили. Мы закончили. Да? Ну вот зачем это делать? Ну чувак, где машина? 6 часов. Ну, сейчас мы приехали за. Сейчас я ему позвоню. Нам надо вывезти эти стеклопакеты, а машина приедет только в 6 часов. Сейчас надо звонить, выяснять, может быть, пораньше получится. Все. Подписки, лайки, сами знаете, прокомментируйте. Нашу работу оцените. На этом все. Я завершаю свое действие.